Всем привет, ребята! Я почекал ваши комментарии на первом выпуске этой рубрики, которую я даже никак толком не назвал, потому что, я не знаю, мне ничего в голову касаемо названия не приходит, да и название тут не так важно. Все, кто оставил положительные отзывы, какие-либо предложения или же пожелания, ребят, всем огромное спасибо. Те, кто на негативчике залетел под видос с ожиданием только когда же с этим серваком будет что-то плохое, ребят, флаг вам в руки, я вам искренне желаю никогда не сталкиваться ни с какими проблемами по жизни. А что насчет проблем, в первой части мы в конце подвели итоги и выделили три основные проблемы, которые тут же бросились в глаза. На момент создания этого ролика и записи этого аудио я уже это все вышке, кто занимается обновами в данный момент, передал. И теперь остается только ожидать того, когда это все исправят и наладят. Но думаю, на момент выхода, когда вы сейчас смотрите этот видос, уже все исправлено. Здорово, слышишь, что я? Го вместе. Го вместе тусить. Го вместе тусить. Я еще не вижу, что ты написал. Неплохо. 36 в тело, 34. Кстати, он достаточно быстро стреляет на самом деле. Я такого от калаша не ожидал. А, маскировка слетела, точняк. Здесь я не могу орудовать, к сожалению. В бедном районе пока тоже не могу. Придется потерпеть. Хотя бы с правилами в данный момент разобрались. Я уже цену сменила 150 миллионов. А на что цена такая у тебя? На таблетки со вкусом Лейс. Чтобы превратиться в жесткую чипсинку. Ну 150 миллионов это не маленькие деньги. Я не могу через окно давать. Да я б купил, только я через окно вот абы как не буду давать на улице. Слышишь? Заказ хочу сделать. Ты же выполняешь что-то подобное? Короче, там аптека есть. Два челика, ну вон там. Ну видел, может быть. Там у них, короче, аптека, они бабки ёбнутые просят за таблетки. Вот мне надо, чтобы ты их двоих наказал. Сейчас тебе деньги передам. Сколько? Все, книжок. Окей. Не, он прям хорошо выносит, я не знаю, может у него хп особо не было. Так, ну, здесь челик отлетел уже, там тоже отлетел. Мне очень повезло его вообще встретить-то. Опа, тело бегает. Похож на того, кто убил, потому что, блядь, стрельбу слышал, он в руках оружие держал на крыше. Ну я прям не отвечаю, что кого-то убили, но я просто слышал звук стрельбы и оружие. Я только поднялся на крыше. Ну вы уверены, что это нет, он, да? Нет, ты уже давно или хотел, нет? Я тоже поднялся и видел. В смысле? Себя. Я только поднялся с общаги сюда. Так ты, я только что видел, как вот сюда залез и вижу, как ты спустился вниз. Я говорю, я в общаге был все это время. Ебать, блядь. 8, сука, хп. Жить, пожалуйста, не убивайте. Два, да сука, заебали, как вам доказать? Проще за вас все это сделать. Ну, проще, не получилось. Лицом к стене, встань, лицом к стене, быстро встань, лицом к стене. Окей. Да ё-моё, ладно. А чё, стой, давай я тебе дам кое-что. У меня есть. У меня, короче, калаш есть, я ящик типа покупал, вот такой вот. Ага. Ты ну шо, как ограбил маньяка? Минимум десятка. Я тогда ничего не мог сделать, потому что я не мог на улице именно в бедном районе действовать. А в зданиях бедного района руки полностью развязаны. Подождите, у меня есть авантюра одна, я могу предложить вам за условные 300 тысяч. Давай. Там сотрудник ваш, как я понял, я просто не хочу, чтобы лишнюю. У меня с этими соседями есть небольшой вопрос, который нужно решить. Мне нужен этот дом и нужно его как-то отсудить. Гадость. Судить дом? Отсудить, да. А дело есть у вас какое-нибудь? Открытого нету в данный момент. У меня сейчас папка с документами дома лежит. Но чисто в теории. Ну давайте, пока у них не закончилось. Можно... Сейчас. Короче, суть такая, что получается, мне нужно провернуть. Он с нами в деле будет или как? То чё? Ты с нами в деле? Каком? Мне нужна земля, которую, да, на которой вы сейчас были. Меня интересует как раз таки вот эта территория, домик. Ну вот. Нормально. Ну, на 300 тысячах мы сойдемся в этом вопросе? На сколько? 300 тысяч. Мне вообще обещал десятку за то, что открою люк, но... Ну, ладно. Короче, предлагаю так действовать. Ты сейчас идешь в суд, открываешь дело. Я его принимаю. Нет.
Не-не, ну да. Шьем что-нибудь на него. Главное имя его узнать. Шьем на него что-нибудь. И сажаем в тюрьму в итоге. Хорошо, ну по предоплате. Пока он в тюрьме. Ну да, естественно. Хорошо. Сейчас. За бесплатно разве работать буду? Ну тогда предоплата 50 час, процентов 50 после того, как уже попили. Ну да. Че-то какая-то предоплата, так себе. Это как-то больно, не? Короче, хочешь прошить под нами, под умом стать? Ну, хочу. А кем станут там? Смотри, короче, сначала, вот прямо сейчас, ты чухан. Потом будешь скорлупа. Потом тебя можно поднять на воздух, будешь пацаном. Чисто карьерная лестница, нахуй. Потом станешь это, нахуй. А что делать? Паханом. Ну, чисто бить ебальники, выбивать долги, нахуй. Отдавать, короче, общагу. Просто, что скажем. Пойдем. У тебя вообще оружие там есть, но уже кастет, бита. Нихуя себе. Погнали. Будешь моей правой рукой, потому что я пока один в банке. Только вот... Там нельзя нам. Это гражданский шип. Ты вот это, хуйня, что ты ему хочешь. Нельзя бить. Покажи. Тут не получится. Ну ладно, подождем там. Вообще расскажи, что там занимался там боксом, хуёксом. То есть бить морду можешь, да? Вот ему ты можешь ебало сломать вообще на ей, да? Спокойно. Так, ребят, чтобы не занимать хронометраж в начале ролика просто болтовнёй с игрой ускоренной на фоне, я вам по ходу дела, пока буду играть, расскажу, чё к чему после первого выпуска. Мы выделили несколько проблем, если вы помните, а именно касаемо жестких правил, душнил на серваке и также еще помимо этого строительство и то, что еще нет места для криминала достаточно. Начнем с такого... достаточно распространенного, то что мест мало для криминала. Вот, мы тогда это выделили, и что есть на этот счет. В данный момент готовится обновление, и делать его мы начали совсем недавно, потому что человек, который занимался обновлениями до этого, он, оказывается, водил нас за нос, постоянно кормя нас завтраками, о том, что обнова якобы готовится, что он там что-то делает, но никаких наработок, когда я запрашивал, не было предоставлено. Соответственно, можно утверждать вполне себе спокойно, что ничего человек и не сделал. И он ливнул сервака, и теперь обновлением, естественно, занимается другой новый человек, и он действительно этим занимается. Я на данный момент вижу каждый день какие-то наработки типа визуала, каких-то систем и прочего. Кстати говоря, о них немного потом. Поэтому, да, ситуация не из самых приятных, конечно, но что поделать, ребята, мне и самому на самом деле это все не особо нравится. То, что полгода мы ждали обновления от человека, как он сделает свою работу, но работу мы так не получили. А как решится проблема криминальных мест с новым обновлением и картой, это я вам объясню. С обновлением, естественно, карта будет другая, она будет переработана, но на какое-то время мы поставим обычный стандартный банклав. И, естественно, правила общественных мест, криминальных и так далее, они перепишутся под новую карту и также под этот банклав, то есть их станет, естественно, больше. То есть первая проблема решается не сиюминутно, но нужно будет подождать, и это решится с обновлением. Вторая проблема касаемо душнил, она решается очень просто на самом деле, потому что у наборки до сих пор есть и по сей день огромный список ЧС людей и администрации, которые были замечены в душнилове. Есть черный список игроков, которые были замечены в душнилове, и наказание для них начинается где-то с недели бана, потом продолжается до двух недель, до месяца, ну и так, впрочем, до пермача, и после этого в занос как раз таки этого черного списка. А это значит то, что игрок не может совершенно вообще никак проводить время на серваке, он тупо зайти не может. Это решается либо апелляцией какой-нибудь, чтобы ему дали амнистию, либо платным разбаном. Третья проблема, мы выделяли, касается правил, конкретно то, что они слишком жесткие, даже вот эти вот МГ, где идет бан вместо мута. В данный момент эта проблема уже решена, потому что мы провели работу над наказаниями правил. Вот. Большинство РП правил мы сменили наказания, сделали их менее жесткими, потому что люди буквально боятся просто не по регламенту пернуть, не в тот РП-чат, чтобы им, не дай бог, не заварили жопу. Но админские правила мы не трогали совершенно, потому что с ними и так полный порядок. Там достаточно соответствующие наказания для серьезности какого-то нарушения. Потому что админка не тупо привилегия, которая тебе дает право жонглировать игроками на жалобах, банить, кикать, мутить и так далее. Это прежде всего ответственность за
то, как ты ведешь жалобу, за то, как ты общаешься с игроками, за то, как ты знаешь эти правила. Тем более, если речь идет о какой-нибудь наборной админке. И за эту ответственность, естественно, есть соответствующее наказание, если ты нарушаешь какое-то админское правило. Поэтому они остались нетронуты. И вот новая проблема, связанная со строительством. Расскажу вообще, в чем прикол. Нормально не работал дубликатор, а также Precision. В данный момент это то, что мы обнаружили и узнали благодаря и админам, и игрокам, которые написали в комментарии под роликом или же где-то еще на моих ресурсах. Precision нельзя даже толком было притянуть к себе предмет, который ты просто строишь, там пытаешься куда-то поставить, ты его мог только толкать в одну из сторон на ПКМ. Притянуть на R-ку нельзя было, теперь можно. Небольшое важное напоминание, когда мы уменьшили сроки наказаний, вместе с этим мы также убрали такую фичу интересную, которая была все это время на серваке. Когда тебя банят, к примеру, на 10 минут за что-то, то пока ты на серваке, у тебя срок наказания идет в 2 раза быстрее. То есть вместо 10 ты отсидишь, к примеру, 5 минут. Если вместо 20 ты отсидишь 10, ну и так далее. Теперь же, поскольку сроки наказания не такие большие, как были раньше, теперь в этом нету никакой необходимости. Еще что касается блэклиста пропов. В данный момент есть вот эти разрешенные пропы, если кто вообще сюда заглядывает. И некоторые из них, они вроде бы есть в разрешенных, но ставить их нельзя. Ну вот, например, вот это вот я не могу поставить. Вот это вот тоже я не могу поставить. Ну и таких пропов достаточно много на самом деле. Вот этот получилось поставить. Ну еще какой-то тут точно нельзя будет. Этот можно. Вот. И такие пропы тоже мы либо разрешим, либо их просто уберем из этого списка, чтобы не было никакой дизинфы в плане строительства. То, что ты вроде бы можешь поставить, у тебя показывает, но поставить нельзя. Пока готовится обнова, есть возможность вот эти мини-фиксы делать, которые хоть как-то помогут, не знаю, облегчить игру, строительство тем ребятам, которые почти каждый день здесь играют, вот. Потому что эти неудобства, они буквально въелись в кожу, блядь. Они усложняют игру, строительство и всякое такое настолько, что, ну, невозможно. Я сам от себя говорю то, что я здесь, когда снимаю видео, я в последнее время вообще ничего не пытаюсь строить, потому что я не могу, мне неудобно. И я не сомневаюсь, то, что такие же люди также появляются на серваке, которые не хотят здесь строить ничего. Ну и небольшие правки касаемо того, что добавили влоги, инфу по тазеру, кто, кого, когда и в каком, возможно, месте затазерил. И что ты делаешь? И что ты делаешь? Мэр, я хочу лицензию купить. Подойди, пожалуйста. Хотя, ну его нахрен, у меня денег нету на лицензии вот эти все. Кстати говоря, касаемо вот этих вот приколюх с обновлением и новыми функциями, которые будут добавлены. В правилах есть такая информация, ну, в правилах маньяка и в правилах ФРРП. Там указано расстояние. Там указано расстояние, в пределах которого действуют правила ФРРП на кого-нибудь или же на вас и не действуют. А в правилах маньяка указано расстояние, при котором ты можешь нападать на людей. Если это расстояние больше, то нападать ты, соответственно, не можешь. И это позволяет, получается, маньяку действовать как можно ближе к этим жертвам, чтобы у них было время какое-то отреагировать. А просто снайперить ему здесь по серваку через всю карту никто не даст. Но есть такая одна неудобная штука, одно условие, при котором это расстояние показывается. Оно обозначено просто пропом. То есть, да, это длинный проп. Вот, и тебе нужно тупо запомнить, заспавнить этот проп и примерно понять расстояние, какое, при котором ты можешь нападать на людей. И иногда есть. И иногда бывает, я тоже как бы заигрываюсь и не особо одупляю вообще, какое расстояние до какого-то человека. Я просто вижу тело какое-то, вроде бы недалеко от меня, и как бы стреляю по нему. И у меня таким образом вышло тоже нарушение правил маньяка. Но вместе с обновлением будет добавлена такая штука, как такая типа аура, круг вокруг персонажа. Будет расчерчен невидимый для других игроков, но видимый для вас конкретно. Он будет выключаться опционально для каждого игрока. Если ты хочешь с этим кругом играть, чтобы видеть эту зону там ФРРП или же для маньяка расстояние, то он будет работать. Если не захочешь, можешь выключить, он не будет работать. Особо глазам он не мешает, но позволяет более-менее нормально как-то отмерять расстояние, при котором ты можешь действовать за ту или иную профу в той или иной ситуации. То есть, если в каком-то пределе круга стоит вот этот вот челик, предположим, это игрок, то на него будет действовать ФРРП. Если он тебе угрожает, находится в пределах этого круга воображаемого, потом вы это в обновлении увидите, то, соответственно, на тебя будет действовать ФРРП. Но если он угрожает тебе за пределами этого круга, то ты можешь, соответственно, что-то предпринять. Не знаю, как для ФРРП правила, но для маньяка это будет крайне полезная штука,
потому что есть и часто появляются новые случаи, когда чел играет за маньяка, и он не отмеряет это расстояние, потому что оно пропом буквально указано, а искать этот проп, ну, тоже, знаете, не такое себе благодарное занятие. Проще буквально добавить вот эту переключаемую ауру, кружок, который будет показывать расстояние вот до игрока. А если он входит в этот круг, то вот, к примеру, он здесь будет входить в этот круг. Я могу на него напасть. Если не будет входить, мне нужно либо подойти ближе, либо выбрать какую-то другую цель. Я пока бегаю по городу, я не могу найти никого в безлюдном месте. Может быть, здесь кто-нибудь будет. О, а как ты так стоишь без катаны? Я не знаю, у меня баг какой-то, я сам, у меня нет катаны, я не знаю, как я так стою. 68 по башке, ничего себе. Добрый день, можно взять кровь? Да, бери. Только можешь меня потом подхилить? Окей, окей. Ну, бери, бери. Сейчас, еще раз. Все, спасибо. Все? Да. Здорово. Я хочу лицензию на оружие взять, но у меня денег пока нету, чтобы заплатить хотя бы примерную цену. Я хочу в долг взять. А, 500? Хорошо, я тогда могу это себе позволить. Спасибо. Пора бы стать базированным слоником. Я надеюсь, в чат это написалось. Наверное, потом еще... У меня проблема, лично у меня такая, у остальных этого нету. Я не знаю, на самом деле, что с этим делать. Мы башку ломаем в последние 2 дня. Почему у меня нету чата? Я, то есть, открываю чат, его нету. Писать я туда могу, там, говорилка все проигрывает и все подобное. Но то, что игроки пишут, роллы какие-то отыгрывают и прочее, я этого вообще не вижу, у меня этого нет. Ребят, можно у вас в каче пересидеть? Пожалуйста. Не, реально, меня просто посадят, я не хочу в тюрьме сидеть. Ну, реально, вы не можете. Если вас просто рейдить будут, я понимаю, чем вы занимаетесь. Ну, примерно понимаю. А вы просто не умеете так, как я. Вы просто не умеете делать так, как я. К вам никто в хату не зайдет, ребят. Серьезно. Смотри, смотри сюда, смотри в окно, смотри в окно. Залетел в небо. Я вам нужен, я вам отвечаю, ребят. Ты, может быть, этот... КГБшником. Ну слушай, у меня удостоверения КГБ нету. Если ты утверждаешь, то докажи это. Ну слушай, ты говоришь, что я гос. Я говорю, что я не гос. Ну впусти меня, я тебе докажу. Обыщи меня, я хз. У меня 12 тысяч всего лишь. Я их на хату спущу, и через полчаса у меня бабок не будет вообще. Плата раз в полчаса. Слушай, ну кто на что учился? Я вот, например, умею хлебальники ломать. У меня потенциал такой есть по жизни. Это врожденное такое. Неприобретенное, врожденное. Талант у меня. Ты? Настолько сильно просишься, что это, уже палишься. А, да? Ну хорошо, ну ладно. Опа, уважаемый, лицом к стене встаньте. Комитет государственной безопасности. Лицом к стеночке. Почему не дома во время комендантского часа? Так вон он, мой дом. Где? Ну вот это вот дверь. Стойте пока что у стеночки. Дружочек, спускаем. Да, да, обязательно. Сейчас как разобьюсь нахер! Видишь, где не лицо? Давай, в стеночке лицо. Да вон мой дом. Добрый день, гражданин, а почему вы не подчиняетесь? Да ты сам дурачок вообще-то. С кем ты говоришь? Я не дурачок, я вот стоял, я для вас шутка, у меня вот анаконда вроде в руке, вам страшно, по идее, должно было. Да что-то не пугаешь ты меня. А ты ему приказывал, я просто не слышал. Ребят, подлечите, у меня что-то совсем плохо с ногами. Все, спасибо. Теперь нормально слышу вас, нету звона в ушах. Дайте жесткую почту. А, о, не надо. У тебя лицензия имеется на оружие? Да, имеется, конечно. Он этот, во время комендантского часа гулял по отелю. А вот, посмотри, за неподчинение его просто надо посадить. Вот здесь вот глянь на лицензию. Вот здесь вот глянь. Я КГБ. Вот, она в рюкзаке. Да, он при мне показывал удостоверение, это правда. Я вас арестую, это за комендантский. А может как-то, ну, не будем усугублять усугубившееся? Ну почему? Не знаю. Ты от нас бежал. Но вы законному требованию еще не подчинялись. Я могу вам пригодиться, ребята. Я очень могу вам пригодиться, у меня есть информация. Да, ну. Да, да, серьезно. Да. Серьезно.
Томса, какая информация? У меня-то дома, почему на самом деле нет? У меня-то, ну, ограбили. И денег у меня, если кто-то может себе позволить такое проверить, у меня всего 13 тысяч. И хату на это снять, ну, нереально. Ну, точнее, можно, проверить. Но на буквально там час условно. Ну ладно, ребята, вы разберетесь, я тогда пойду. Там... Да, а ограбили меня в элитном районе. Вот я даже могу пройти, показать издалека дом. Хорошо, возьми его пойдем, в ручки. Я тебя возьму тогда. Да без проблем. Я тебя доведу до крепления. Я могу посмотреть сразу вообще. Все, далеко-далеко не уходи. Все, все, все. Тут. На, окей. Отпускай. Вот он, этот дом. Я на него смотрю. Сейчас, секунду. Человека в руках АК-47, если что, внутри. Меня грабанули на 32... На это, на 22 тысячи. А, вот человека дезертыгал. Правда, правда. Там вот второго человека тоже дезертыгал. Давай, сейчас отойдем. А зачем? Чтоб не мешал. Да, я бы просто в формате этого сотрудничества бы, естественно, хотел бы освободиться. Давай, я тебя отпущу на первый раз. Просто больше не бегай. Хорошо, спасибо. Ой. Я понаблюдаю за этим. Окей. Не подходи особо близко. Да без проблем. Сказать, выйдите на улицу. Ха-ха, наигрался. Вы добы, блядь. Согласен. Легально занял профессию, не как в прошлых видео. Пивной байкерский шлем. Кого? Не, ну это тема. Таким бы байкером я бы всю жизнь хотел быть. А меня можно было бы принять просто в квартиру к себе на время качек. И этого бы не было, понимаете, ребята? Да, этого бы не было. Что заказов нет? Опа, нарик 53. Принимаем. А вон там. Прям написано. Нет, то, что... Бля, что-то их много. Что-то их дохуя. Раз мент, два мент, вот этот вот анлаки. Мы вон тоже поддерживаем. Там еще. Ой, нет, не четыре мента и мэр еще. Я придумал. Найти хату. 911 маники. Вроде бы 911 маники пошло. Еще никогда 5 секунд не были настолько долгими. Вроде не двигается. Задергался, сука. Нет. Амара больше не быть. А бабосик-то я получил около, может быть, 7 или 10 тысяч. Зашибись. Но только что-то долго взламывает. А в свободное время от заказов пойду лутать коробочки. Бежим, там рейд, я могу подлететь туда и как раз таки принять якобы участие. Но мне так, чисто одного челика забрать и все. Мне много для счастья не надо, ребят, понимаете? Ага, на этаж выше, окей, хорошо. Ой, как мне хуёво. Ну, вроде бы все, никто и не заметил, что это я сделал. Топор, да, прилетел в него. Вот я сейчас играю за профо, но в свободное время от заказов, ну, как-то скучновато. Ее основная цель — это делать заказики, бегать. Постоянно вот этот вот ДМ устраивать, микрохаус. Возможно, тебя посадят, возможно, тебя подстрелят самого, но... Вот видите, я пока в свободное время от заказа, я нихера ничем не занимаюсь, потому что никакого больше занятия у этой профы нету. И, соответственно, было бы неплохо сделать намного чаще выдачу заказов этой профе. Типа ты бегаешь, набиваешь бабки, хлебальники тем, кто просто, ну, кому не повезло в этой жизни в этот момент, когда на них пришел заказ. И бегаешь ты в этом вот драйве экшене до тех пор, пока в тюрьму не сядешь, либо пока... Тебя как раз таки не убьют самого. Я, наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, вот туда по крыше заберусь и с крыши его как бы нахлобучу. Да, вот отсюда где-то. Ого.
Аркача нету уже, все. Нормально, заказик сделал. Квартиру и броню я отбил, в принципе, да. Блин, неплохо с этого калаша залетает по менту какому-то. Все, я дома.